ветер сильный, видите, вам голову надо поймать, пока она не убежала. И причем, как бы на Витю маленько пойдет, получается, голова, так что, Витя, аккуратнее будь. Смирновский бор – памятник природы республиканского значения. Площадь насаждений более 1000 гектаров. Командно-штабные учения решено провести именно здесь. Проводим совместными усилиями Министерства лесного хозяйства, это служба лесопожарная, служба ПДПС и ГОЧС Алтайского района и пожарная часть Белого Яра. Главная задача – отработать взаимодействие всех служб и ведомств. Мероприятие проводится в преддверии пожароопасного сезона. Пожаров в этом году еще зарегистрировано не было на территории лесного фонда Хакасии. Снежный покров в лесу еще сохраняется, поэтому с 1 апреля планируем пожароопасный сезон ввести. Пожароопасный сезон обычно длится с апреля по ноябрь. Наиболее опасным периодом считается июль-август. За время его действия в лесах и степях запрещено разводить костер. За это предусмотрены особо крупные штрафные санкции. Владислав Константинов, Андрей Доржу, РТС.